Ир, ну, с дебютом он не удался позитивно, да, не получилось победить. Тем не менее, твой комментарий. Ну, конечно, я ждал этой игры, потому что первый, как бы, игры в крыльях. Но, к сожалению, не повезло сегодня. Ну, нам сегодня, так сказать, команде не повезло. У нас много моментов мы создали, но, к сожалению, не смогли реализоваться. Ну, у «Динамо» тоже были моменты. Жаль, могли там в следующий раунд выйти, но не знаю еще, что сказать. Просто я очень разочарован, что сегодня не смогли выйти. Очень хотелось, что сегодня не пропустил гол. Но поле было очень тяжелое еще, трудно было очень играть. В общем, не знаю еще, что сказать. Просто разочарован очень, что проиграли сегодня. Сегодня еще и ветер вмешивался очень часто, особенно, наверное, для вратарей это проблема. Ну да, там ветер, еще холодно было очень, и поле там, ну, просто невозможно было, не то что выбить мяч, там стоять было еле-еле, там как в бассейне, в общем. Пласты, наверное, было бы лучше, чем бутсы. Что, на твой взгляд, сегодня стало ключевым фактором успеха «Динамо»? И можно ли сказать, что все-таки удаление – это был решающий момент? Ну, да, но можно сказать, что мы… Ну, последние 10 минут мы остались здесь вчетвером, да? Ну, можно было, если мы… До этого у нас было много шансов, да, чтобы забить. Я думаю, что нам просто не повезло. Основное это, я думаю, что просто не повезло, потому что я не думаю, что именно красная карточка повлияла на сегодняшнюю игру. Вот, в обороне, в принципе, очень важна сыгранность всегда. Насколько сейчас чувствуешь взаимодействие с партнерами? Удалось ли уже поймать вот эту химию команды? Ну, мне особо трудно не пришлось как бы адаптироваться с командой. И сегодня тоже, наверное, видно было на выходах и все такое. На игре. Просто сегодня рикошет был, этот гол. И больше ничего. Здесь. А так. Спасибо вам большое.